время, количество билетов. Не знали самого главного, кто сыграет в нем. К ответу шли целых 9 месяцев. И вот он, финал Лиги чемпионов на ваших экранах. Добро пожаловать на самый лучший футбольный вечер этого сезона. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич, а также лучший из лучших в клубном европейском футболе. Это «Рейнджерс» против «Аякса». Решающий матч Лиги чемпионов уже здесь. Мы начинали наш первый репортаж, когда было 32 команды в турнире, а на дворе стояла осень. Сегодня теплее, и осталось только две команды. Две лучшие команды, одна из которых станет лучшей из лучших среди клубов в Европе. Вот в каком составе сегодня первая команда играет. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. И вот состав второй команды. Обе команды намерены играть в прессинг сегодня. Да, и посмотрим, кто в этом преуспеет. Игра должна быть обоюдоострой. Свисток, удар по мячу, поехали! Финал Лиги чемпионов стартовал. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Райан Джек. В атаку они переходят. Подача будет или что? Очень уверенно сыграл в отборе, но будет угловой. Центр штрафной пошел мяч. Не получилось тут толком мяч выбить. Катают они мяч. Навес в штрафную. Реализация хромает. Легко забрал мяч голкипер. Ну, там ассистент арбитра показал офсайд. Может, заметил он его перед ударом. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Они здорово идут вперед. Есть как продолжить атаку. Голкипер ведет мяч в игру. Повезло им сейчас от.